Черно-белый мир линографии, несмотря на лаконичность красок, способен отразить множество оттенков восприятия мира. В музее имени Тимофея Евсеева открылась новая выставка «Монохром. Графика и скульптура». Здесь несколько десятков работ, выполненных мастерами нашей республики. В основе сюжетов – марийские сказки и былины, городские пейзажи и шкралы и деревенские просторы. Также на выставке можно увидеть инструменты, которыми работают мастера по линографии. Линогравюра – это разновидность графики, когда художник создает эталонную работу. А дальше с помощью станка можно сделать любое количество оттисков. Для большинства людей монохром – это безликое черно-белое изображение. А работы, представленные на нашей выставке, показывают, что в одном или двух цветах можно выразить любое настроение, все краски жизни. У нас представлены линогравюры Георгия Тайгидина, Ивана Михайлина, афорты Зосима Лаврентьева, ксилография Александра Бакулевского, скульптуры и барельефы Олега Дедова, Анатолия Шернина и других известных мастеров. Они в черно-белой графике и скульптуре показали красоту нашей Марийской земли и города Ишкарлы в разные периоды истории. Выставка «Монохром. Графика и скульптура» в Национальном музее имени Тимофея Евсеева будет работать в течение месяца. Билеты можно приобрести также по пушкинской карте.